У пожарных с наступлением холодных дней наступают дни горячие. Пытаясь согреться, люди включают электроприборы и забывают о них. А далее сценарий может развиваться по-разному. Но финал истории, как правило, разнится лишь в одном. Обошлось с материальными потерями или есть человеческие жертвы? Могут ли профилактические меры что-то изменить в лучшую сторону? Об этом следующий материал. Будьте бдительны, не оставайте все без присмотра. Не дай бог это все загорится, то есть все будет подключено. Сотрудники МЧС отправляются в люди с надеждой. Количество слов, предупреждающих и назидательных, когда-нибудь да перерастет в качество. Люди перестанут быть беспечными, и пожаров станет меньше. На прошлой неделе в результате пожара пострадала семья. 3 человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Предположительно, причиной пожара послужила неисправность нагревательного прибора. В частности, масляный радиатор, который был оставлен в ночное время. И ввиду его неисправности произошло воспламенение горючих конструкций и отделочных материалов внутри квартиры. Увы, пожарные не могут зайти в дом и выдернуть из тройника вилки энергоемких приборов, подключенных одновременно. Это превышает их полномочия. Пожарные могут опять лишь предупредить. Перегружать сети опасно. Спасибо, что все-таки нас выслушали. Я просто педагог, поэтому я вас выслушала. Да, стучите, да отворят вам. Но не дано предугадать, кто как на слово отзовется. У меня 2 высших образования, я слежу за всем. У меня на каждую линию электрическую по биметаллическому предохранителю. Впрочем, люди просвещенные как раз и не считают, что превентивные меры излишние и ненужные. Некоторым, говорят они, ликбез по технике безопасности и эксплуатации электроприборов жизненно необходим. Самый страшный народ – это кто? Троечники. Отличники, ударники все сделают на хорошо, на отлично. Двоечник он не знает, не полезет. Троечник он не знает, полезет и все испортит. Если придерживаться этой теории, то вывод неутешительный. Троечников в нашем регионе много. МЧСники с начала года потушили более 3000 пожаров. В 45 из них погибли люди. У пожарных есть лишь 2 варианта борьбы с бедой. Быстро приехать на место ЧП или воздействовать словом, чтобы оно, это ЧП, не случилось. Нина Гуркина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.